Подарок для крымчан. Воду на Новый год отключать не будут. В конце августа в Симферополе начали действовать ограничения подачи воды. Жители столицы, возможно, уже позабыли то время, когда запасы воды в доме были доступны в любое время дня и ночи. А может, уже успели привыкнуть к нововведениям. В условиях вододефицита в Крыму власти подготовили лучший новогодний подарок для жителей Симферополя. На совещании в Совете министров глава республики сообщил, что 31 декабря и 1 января в Симферополе вода будет подаваться без ограничений. Такой же подарок ждет и жителей Евпатории. Ранее от администрации Ялты поступила новость, что в городе вода будет подаваться беспрерывно не только на Новый год, но и на Рождество.